Добрый день, народ. Сегодня хотела выйти в стрим, 9 часов не успеваю. Немножко буду попозже. Если вы хотите, приходите, пообщаемся. У меня произошло 2 ЧП. Очень хороший. Расскажу, а потом следующее. Про одно расскажу, про второе не буду. Еду с рынка, купила мясо на 2500. Еду домой. Расстроенных чувств вся. Еду домой. Вообще, у меня такая беда произошла. Ужасная, страшная. Вы даже не представляете. Расстройство купила, пошла, короче, пельмени набрала, там вареников с капустой, с мясом, мясо, и, короче, иду, ползу домой, а на душе как кошки скребут, и сердце болит. Ой, вообще не могу передать словами, не могу. Погода очень хорошая у нас сегодня. Не жарко, не холодно. Ночью холодно уже. Спим с закрытым балконом. Дома тепло, когда закрываешь балкон. А днем хорошо, открываем. Ну, короче, прям вообще такая вот погода по мне. Вот. Сейчас приду домой. Покажу вам обзор. Что купила. Ой, попозже открою стрим. Как-то так. Пришла домой, девочки. Сердце у меня не на месте. Мальчики, девочки. Вот. Короче, блин, все шкафы открыты. Все от меня тут открыто. Сейчас я вам покажу. Вроде ничего не купила, да? И кошмар, сколько денег потратила. Я вообще в шоке от наших цен. Мясо говядины по 620 рублей килограмм. Вот, значит, купила сибирские пельмени. Они по 800 грамм, по 250 рублей. Равиоли с мясом, с капустой. Ой, сколько здесь? 516 грамм. Так, почем они? Равиоли. Я даже не знаю, сколько они стоят. Короче, я не знаю, где этот народ. Вот кусок говядины купила. Килограмм стоит 620 рублей. Тут сколько? 1,5 килограмма, что ли? Задняя часть. Этот филе грудинки купила. Этот, как его? Куриный. Килограмм, что ли? Больше килограмма. И, короче, вот. Больше килограмма. Здесь сердечки куриные. И вот я отдала... Итого отдала я, вот, пожалуйста, вам чек, 2312 рублей. Представляете? Вот и все. И что тут жрать-то? Купила говядину, марточки сейчас нарежу, хочу нарезать. Я ее в баночки складываю кусочками, вот так вот, немножко подмораживаю. И даю. Я сейчас не покупаю никакие вот эти в пакетах еду ей. Сухой корм у нее есть, вот такой. Он у нас всегда есть. Вот. Вот такой. Ну, помимо... Я раньше покупала еще жидкий корм. А теперь, знаете что? Намного лучше. Прочитала в интернете, потому что ей нужен белок. Как бы, да. И вот я говядину, вот такую говядину покупаю. Естественно, это все я очищаю. Нарезаю на мелкие кусочки, прям кубиками. И вот у меня этот... Баночки такие, мы имбирь покупаем, кушаем маринованный. Вот в эти баночки я складываю. И вот эта баночка ей на 2 раза. Несколько баночек складываю и замораживаю. Потом раз достаю, подтаивает. Половину, значит, беру, даю ей, половину ей потом. Ну, на день, значит, полбаночки мяса. Ей очень нравится. Обязательно надо замороженное давать. И грудинка куриная. Вот. А сердечки очень люблю суп готовить. Очень мне нравится. Такой диетический вкусный суп получается. Обалденный, девчонки.
Ну, как-то так. Сейчас сварю себе равиоли, хочу с капустой, с мясом. Покушать хочу. Вот так вот.